Догоняй, догоняй. Бегать и прыгать Ульяна любит больше всего на свете. Жизнерадостная, веселая, настоящий сгусток энергии и позитива. В этом вся Ульяна. На видео девочка счастливая и еще здоровая. Привет, малыш. Малыш. Все изменилось в апреле прошлого года. Тогда трехлетняя Ульяна впервые пожаловалась на боли в шее. Тяжелейшего недуга врачи сразу не заметили и лечили от простуды. И лишь когда состояние девочки резко ухудшилось, родители шокировали страшным диагнозом. Опухоль злокачественная. Это не передать словами. Это когда просто теряешь смысл жизни, теряешь все. Любимые велосипеды и лошадки теперь стоят в сторонке. На игрушки Ульяна только смотрит. Она не может ни бегать, ни ходить. Опухоль задела позвонки и частично перекрыла дыхание. Даже есть и пить у девочки получается с трудом. За год Ульяна сильно похудела. Российские медики пытались ей помочь. Провели операцию, химию и лучевую терапию, а после лишь развели руками. Писали по возможности во все НИИ России, то есть это и в Томск, и в Москву, и в Питер. Мы обращались везде, где могли. Все, как один, говорят о том, что все возможные лечения для нас проведены. Тогда родители Ульяны начали стучаться в зарубежные клиники. В Израиле за девочку брались, но не предлагали конкретного лечения. Когда взрослые совсем было отчаялись, ответ пришел из южнокорейского города Сеул. Там посмотрели медицинские данные малышки и подарили ей надежду. Для нас возможно еще попробовать химиотерапию, другую, отличную от той, что нам проводилось. Если будет отклик опухоли на вот эту химиотерапию, то высокодозная химия с трансплантацией стволовых клеток. Но для того, чтобы только попасть на обследование в медицинский центр, необходимо 1 200 000 рублей. Таких денег у скромной семьи Ульяны нет. Но родители надеются спасти ребенка любой ценой. На сборы осталось всего 2 дня. Уже в эту среду, 20 апреля, девочку ждут в Сеуле. Помочь ей может каждый из нас. Все, что нужно, отправить смс на короткий номер 2425. В тексте обязательно указать сумму пожертвований. Она может быть небольшой. Для кого-то это проезд в автобусе, ежедневный обед или же поход в кино. А для маленькой Ульяны, знающей о своей болезни, но не теряющей оптимизма, это целая жизнь. Она у нас боец, вообще боец. Если бы мы не видели эту борьбу, возможно, бы мы, может быть, тоже опустили руки. У нее какие-то планы, там, она мне говорит о том, что там вот у нас вырастет абрикос, который мы посадили с тобой, помнишь, тогда сажали. Мы будем его собирать. То есть, ну, страшно слушать такие вещи от ребенка, который умирает.